Добрый солнечный день. Вот эта вот фольга довольно-таки опасная штука. Почему? А потому что она фольгированная и может сфокусировать в узкий луч достаточное количество солнечного света для оплавления, к примеру, видеорегистратора или даже зеркала заднего вида. Может случиться так, что видеорегистратор, оказавшийся между стеклом и солнцезащитным экраном, попросту расплавится из-за того, что фольгированная поверхность отразит солнечные лучи прямо на него. Кроме этого, не следует оставлять в салоне бутылки с водой. В солнечный день они также сфокусируют солнечные лучи, как линза лупы, и легко оплавят ту поверхность, на которой лежат. Бывали случаи, когда вот такая вот бутылка, оставленная на сиденье, прожигала ткань сиденья. Именно поэтому правильным было бы устанавливать солнцезащитный козырек на окне, снаружи автомобиля, а не внутри. Но, конечно же, никто так не будет делать.